Алло. Евгений Александрович, здравствуйте. ФСБ города Москвы, капитан Федотов Юрий Владимирович беспокоит. По поводу посылки, которую отправил вам ваш брат. Щебеньков Вадим Александрович. Знаете такого? Да. Он вам отправил тут 6 посылок с одеждой с Республики Беларусь. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас идет надзор по поводу всей вот этой вот отправления. Скажите, пожалуйста, что в этих посылках должно находиться? Вы их уже получили? Нет, я не хочу, он просто попросил. Смотрите, я работаю в управлении собственной безопасности по надзору за военнослужащими. Вы понимаете, что данные вещи могли быть мародерским путем добыты в Украине? Ну, я это знаю. Понимаете это или нет? Что-что? Я как бы не думал об этом. Ну, как это не думали? Ваш брат, как я понимаю, поехал на участие в спецоперации, и тут вам отправляют с Республики Беларусь 6 посылок. Вы считаете это нормально? Вы же понимаете, что мы будем разбираться, и это влечет уголовную ответственность и вам, и вашему брату. Понимаете? Понимаете, что эти вещи были... Ну, понимаете, что вещи были украдены, добыты мародерским путем. Понимаете, что руками вашего... Это не зимние вещи? Что-что? Зимние вещи. Какие зимние вещи тут? Вот посылка 28 килограмм, 20 килограмм, 14 килограмм. Какие же они зимние? Я не знаю, позвонил, сказал, что мне достаточно, обещают мне, теперь потравлю. Вы же понимаете, что это вещи, которые он украл у граждан Украины? Или не понимаете? Он же был в другой Украине. Он был на территории Украины, участвовал в спецоперации. После этого вам отправляют 6 посылок. Общей сложностью больше 100 килограмм груза. Да не в курсе я был, что он там отправил. Когда вам посылки должны прийти? Не знаю. Как транспортные компании с работы были? Евгений Александрович, смотрите, ваш брат, Вадим Александрович, когда вернется с участия боевых действий, мы знаем, где вы живете, где живет ваш брат. Знаем все про вашу семью. Слышите? Вы охуели так разговаривать? Мы знаем все про вас. Вы ответите за каждое действие, которое совершили на территории Украины.